мы себе представили этого не могли. Но сегодня мы живем в этих реалиях, что сегодня русский солдат бомбит наши города. Русские летчики пускают ракеты со своих самолетов. Русские моряки дают залпы ракет со своих кораблей по нашим мирным городам. Краматорск. 50 погибших. Это пока предварительно. Дай Бог, чтобы на этом все остановилось. Более 90 человек ранены. Мирные люди, которые были на железнодорожном вокзале. В этом заключается денацификация. В этом заключается демилитаризация. Наш город герой, и мы всегда говорили громко. И никто нам не запрещал и не запретит это говорить.